Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Stray. Итак, мы с вами в прошлой серии попали в тюрьму. Сейчас уже пытаемся с ней сбежать, осталось только открыть дверь. У нас есть энергоячейка в инвентаре. Я за кадром посмотрел, где можно будет глянуть вот это вот воспоминание. Мы с вами вернемся в Мидтаун. Надеюсь, что у нас получится это сделать. В общем, нам нужно открыть главные ворота. Осталось только понять, как туда пробраться. Где-то должен быть проход. Так, меня не пускают никуда. Ты можешь здесь лезть наверх? А, ну-ка подожди, подожди, что-то есть тут. Ага. Нам повезло. Кто-то оставил ключи в двери. Прыгай в кузов грузовика, оттуда ты сможешь перепрыгнуть через забор, чтобы попасть в охраняемую зону. Отлично. Ну, не такая уж она, получается, и охраняемая. Ладно, пойдем нажимать. Все равно тут ничего особо интересного нет. Давай, 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 давай. Ух ты, ё-моё. Ты, может, меня подождешь? Отлично. Мы уехали. Ты зачем меня закрыла? Нам не выбраться, пока стража у нас на хвосте. Я могу отвлечь их ненадолго, но тебе нужно идти. Манифест аутсайдеров гласит, вы должны попасть в аутсайд любой ценой. Я его написала. Блин. Нет, дайте мне вернуться. Теперь ты один из нас. Цель не в том, чтобы мы все добрались до аутсайда. Но один из нас должен это сделать. Иди скорее, я сохраню тебя в своей оперативной памяти, маленький аутсайдер. Вот это сейчас обидно. Одно воспоминание я не нашел, но я знаю, где его искать, но уже поздно. Уже поздно, меня просто не пускают обратно. Вот это тогда сейчас было очень... Ну, тогда идем, что ж тогда, делать нечего все равно. Очень-очень-очень обидно. Ну, во-первых, надо пока сейчас вставить батарейку. Блин, одно воспоминание не нашел, серьезно. NECA Corporation. Надеюсь, тут никого уже не будет.
Центр управления. Новая локация. А я не могу никуда запрыгнуть, да? Хотя бы посмотреть хотел. Добрались. Давайте сделаем вот как. Я переиграю, наверное, главу с Мидсайдом, найду последнее воспоминание, покажу его вам. И здесь уже окажусь с воспоминаниями, которые у меня, в принципе, получается, будут. Здесь данных нет, здесь данные есть. То есть это последнее воспоминание, а я хочу сделать, чтобы у меня было оно 100%. Поэтому я главу сейчас переиграю. И мы с вами увидимся здесь уже... А, нет, мы сейчас я вам покажу, где это воспоминание, а потом мы с вами увидимся уже конкретно в этом месте. В общем, получается, воспоминание должно быть где-то здесь. Надо забраться здесь, на крышу. То ли это делается с внутренней стороны, да. Это делается вот здесь вот. И вот оно, воспоминание, блин. Я же был здесь. Был. И вот оно, воспоминание последнее. Интересно наблюдать, как роботы имитируют работы и поведение людей. Здесь, похоже, продают бургеры и уличную еду. Я помню свое любимое место, куда я ходил, когда был человеком. Оно было маленьким и уютным, а официанта звали... Не помню. Вроде бы как-то на М. Все, отлично. Все воспоминания есть, давай тогда я попробую сейчас вернуться в нашу последнюю главу и посмотреть и надеяться на то, чтобы эти воспоминания остались, и мне не пришлось бы перепроходить заново всю главу. Мидтаун и побег из тюрьмы. Ну что ж, пришлось заново перепроходить все главы, но по крайней мере у нас с вами есть все воспоминания. Осталось только последнее, финальное главное, но оно идет по сюжету, поэтому мы его 100% не пропустим. Привет, чем я могу тебе помочь? Да, уже, наверное, ничем. Я тут уже ближусь, к, так сказать, к финалу. К выходу наружу. Ну, по идее, это выход должен быть из станции метро, но... Может быть, здесь есть еще. Борщики. Приветствую тебя, житель города крепости 99. Крепости. Я занимаюсь покраской этой зоны. Пожалуйста, будьте осторожны. Краска еще не просохла. Хорошего дня. Какие прям послушные все. Приветствую тебя, житель города крепости 99. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Привет, чем я могу тебе помочь? Привет, моя текущая задача — помыть окно. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Офигеть, это мы тут как раз выбрались оттуда. В этих трущобах мы были. А вон та башня, блин, где мы бы с вами были. А это этот, как его там? Прикольно, что можно все это дело увидеть. Привет, город изолирован в целях твоей безопасности. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру. Все понятно. Я к нему сейчас и пойду. Угу.
Так, скорее всего, надо, чтобы ты со мной поехал. А, либо сюда, чтобы встал. И что здесь? Центр управления закрыт каким-то протоколом безопасности. Написано, что вход разрешен только людям. А еще написано, что я не считаюсь человеком. Эй, это оскорбление, протокол безопасности. Может быть, если будем работать сообща, то сможем открыть проход? Сообща это как? Ага. Успеть, типа. Ну, это другой разговор. А, подожди, мне надо его с собой позвать. Нет, не надо. Ну, ладно. Это центр управления городом. Отсюда они контролировали все. И он пуст. Я помню, как сильно их ненавидел. У них было все. Чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения. Но их это не спасло. Чума. Теперь я помню. Все умирали, а они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья, чувствовал себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Но зато я могу помочь тебе. Мы все еще можем пойти в аутсайд вместе. Я сохраню память о человечестве и людях, которых любил. Я помню 100% восстановленным. Теперь я помню все. Какое прекрасное чувство. Огромное спасибо. Вот небольшой подарок для тебя. Что это? Другой этот наряд. Ну, нам надо как-то открыть это все дело. Вот он, главный компьютер. По данным центральной ЭВМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город застрял в давнем цикле блокировки. Если мы отключим его, то сможем уйти. Нужно подключить остальные системы к сети. В этих компьютерах хранятся необходимые нам данные. Нужно их включить. Пока ты этим занимаешься, я поищу пароль и зашифрованные ключи, чтобы попасть в систему. Я что должен нажать? А что я должен тут искать? Тут ничего нету. А, их надо потушить, что ли?
Или все включить? Сработало. Молодец, дружище. Нашел. Я знаю, как открыть город. Что-то здесь не так. Погоди, может быть, есть другой способ? Система заблокирована. Вот, рабочая станция, чтобы открыть город. Но нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. А теперь сделаем то, что мы умеем лучше всего. Я взломаю компьютер, а ты кое-что уничтожишь. Что я должен уничтожить? А, подожди. Стоп. Все понятно. Оу. Система потребляет больше, чем я ожидал. О нет, мы должны двигаться дальше. Ну давай. Чёрт. Не переживай, я смогу подзарядиться, как только мы откроем рабочую станцию. Мне кажется, он не выживет. Кажется, этому маленькому телу конец. Ничего, все будет в порядке. Просто отнеси меня на рабочую станцию. Мы можем отключить сигнализацию. Ну вот, мы в безопасности. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. Я знал, что для отключения центральной системы управления городом потребуется огромное количество энергии. Больше, чем может выдержать тело этого дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мое ПО. Но я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру. Я знал, к каким последствиям это может привести. Мне жаль, что мы не увидим аутсайд вместе. Я думал, что мне нужно сохранить память о людях, сохранить прошлое. Но я вижу будущее в компаньонах и в тебе. Позволь мне снять это с тебя. Ты был моим другом, самым лучшим, о котором я мог только мечтать. Спасибо.
печальный конец. Но они боятся вроде как света. Да, они взрываются. Это Момо. А эти-то почему отключились? Давай, живи. Не, подожди. Я думал, ты его возьмешь. Ты не хочешь его взять? Но они постепенно открываются. Вот такая вот игра. Классная и очень грустный сюжет. И очень грустный конец. Но вроде как получается, возможно, он жив. Если вот эти лампочки загорелись, возможно, наш ученый в итоге-то и жив. Не захотел он его брать с собой. Я все-таки надеялся, что, может быть, как-то его зацепит. Но он брать его не стал. Ну что ж... Прекрасная игра, мне очень понравилась. Шикарно. Жалко, что нет на плойке, но ничего. Все здорово. Были, конечно, маленькие проблемки вот с этими с прыжками. Иногда нормально, иногда просто не отрабатывает, потому что камера не видит, куда прыгать, и все, и тогда начинается ступор. Он не прыгает в самые опасные моменты, и ты ничего с этим поделать никак не можешь. Но... Игра хороша. Мне очень понравилось. Пишите свое мнение в комментариях. У меня, ребята, на сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, в Бусти. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Хороших играх. Всем удачи, ребята. Всем пока.